18-летний парень покончил с собой после того, как родители отказались купить ему игровой смартфон. Из Индии поступила информация о том, как некоторые подростки могут становиться настолько зависимыми от гаджетов и игр, что это не только отрицательно сказывается на их учебе и психическом состоянии, но и может привести к осознанному самоубийству. 18-летний житель города Мумбаи покончил с собой после того, как родители отказали ему в покупке дорогого смартфона, который он просил купить для популярной мобильной игры PUBG Mobile. Молодой человек хотел смартфон стоимостью более $500, тогда как родители говорили, что он может рассчитывать на устройство стоимостью не более $280. Уговоры ни к чему не привели, в итоге парень покончил жизнь самоубийством у себя дома. В некоторых регионах Индии игру уже начали запрещать после того, как 11-летний мальчик написал письмо в адрес правительства, в котором заявил, что PUBG Mobile надо запретить, так как игра пропагандирует насилие. При этом в PUBG Mobile сегодня уже более 200 миллионов игроков. Она была признана лучшим мобильным игровым приложением Google Play в прошлом году.